Во, наконец-то я приехал. И просто офигеть, какой огроменный дом. Вау, просто, ребят, просто посмотрите на его размеры. Жесть. Так, ладно. Ну, нужно все осмотреть. И этот дом весь мой для одного меня на целый неделю. Да. Так, тут у нас бассейн, шезлонги, нифига. Так, тут место для тренировочек, там диванчики всякие. Тут диванчики, столики, диванчики. Красная дорожка к сундучку. Круто, выглядит богато. VIP-телевизор, коврики дорогие очень. Всякие столики, диванчики. Ну, огроменный стол вот с такими прекраснейшими, шикарными видами. Обалдеть. Ладно, что у нас тут еще есть? Офигеть, какая огромнейшая кухня. Вы просто посмотрите, здесь просто можно полмира покормить. Хотя чуть меньше, но ну, она огроменная. Так, потом еще один огромный стол, только он уже за... Так, как вам висит-то? Короче, угловой, во. Так, тут диванчик, столик и подъем на второй этаж. О, какие виды. Ребят, кстати, если под этим видео наберется 5 лайков, мало, то я перееду, ну, в следующем видео, буду снимать вот в этом вот огроменном доме. Вы просто посмотрите на его размеры. Я сейчас не буду выходить, показывать его целиком. Просто 5 лайков и следующее видео, ну, одно из следующих, будет в этом огроменном доме. Вот, ну пока я в этом. Так, ну такой вот мини-балкончик как раз с видом на вот это прекраснейшее болото и на этот крутой дом. Мега просто особняк, а не дом. Так, тут у нас диванчики всякие, опять же. Еще один бассейн, еще одни шезлонги. Офигеть, так, тут, ну, круто на самом деле, всякие диванчики, столики. На самом деле тут все примерно одно и то же. Вот. Даже что-то похожее вроде бы на бар, не знаю. О, шашлычки тут можно даже жарить, офигеть. Ну круто, круто, да уж. Ладно. Я, кстати, приехала уже довольно поздновато, уже скоро будет темнеть, но ничего. Точно, пойду-ка я потренируюсь на свежем воздухе. Круто. Вау, еще и в таком прекрасном доме. Да 100% хочу. О, круть. Прямо опытом размяться, потренироваться, все дела. Ладно, я сейчас потренируюсь, а включу запись, когда уже, наверное, будет темнеть, но когда я уже, собственно, потренируюсь и пойду, наверное, чаечек себе какой-нибудь заварю. Вот. Поэтому пока что подождите. Фух, я и искупался, и то, и все сделал. Кайф. Так, ладно. Пойду себе заварю кофеечка. Хотя нет, кофейки я не особо люблю, а вот чаечек какой-нибудь себе я сделаю. И пойду, наверное... Что я пойду? Да, наверное, уже пойду спать. Чё, не хочу особо тут это долго сидеть. Хочется, знаете, завтра проснуться бодреньким, тут по дому пробежаться, еще потренироваться на свежем воздухе, все дела. Возьму вот это. А, кушал я и так сегодня достаточно много еще перед поездкой, да. Ну, нервничал, все дела, и просто отдыхал. Как бы отметить же надо, такой дом, все дела. Вот, ладно. Все, чаечек, да, все тепленький. Ну, пойду пока посижу и телек посмотрю, а потом уже пойду посплю. Ой. Так, что у нас там? Сейчас включу телек. Человек за окном приближается. У подписчиков 5 минут, чтобы поставить лайк, а у Андермайна 5 минут, чтобы спрятаться. Какой? Какие 5 минут? Какой человек за окном? Ребят, если вы сейчас ничего не понимаете, мне просто приснился, прикиньте, короче, сон. Там типа к моему дому, вот к этому, которому я сейчас нахожусь, шел, короче, это человек за окном, прикиньте. Да, тот самый монстр, да. Но это 100% сон. Ай, нужно... Так, давайте я лицо сейчас быстренько прополоскаю, а то это что-то... На глаза аж слипается от того, что... Да не, это чисто нужно глаза протереть. Ой, ну вот так-то лучше, свежо сразу. А вот сейчас что-то не смешно как-то стало. Так, ну если бы это даже был троллинг, то знаете, что-то какой-то слишком натуральный костюм.
А, ну нафиг! Ну нафиг, ну нафиг, ну нафиг! Так, и чё мне делать, ребят? Так, куда прятаться? Куда прятаться? Так, что делать, что делать, что делать, что делать? Так. Он же, получается, через 5 минут то уже начнет. Ой, придет ко мне в дом, что ли? Так, подождите, а если он просто тупо стоит, если это какая-то статуя? Он же стоит тупо, да, это статуя 100%, я вам говорю. Да не, мне показалось, он не двигается. Нет, такого не может быть. Если бы он прямо подходил. Уйди, уйди! Так, ребята, нужно прятаться! Он смотрел прямо на меня! Он живой! Так. Так, подождите, книжная полка. Ага, их тут 4 блока, да, всего? Ага, тут 4 блока. А сколько единственный, по-моему, проход в мой дом? Сколько он... А, нет, он не единственный, тут еще один. Так, в 4... Так. Нужно валить! Так, ладно, что делать? Так, а нет, тут един... Все, короче, не буду я ни баррикадироваться, ничего такого. Просто, короче, бегу на второй этаж. Так, на второй этаж, бегом на второй этаж. Так, утро, по-моему, да, наступ... А, нет, это просто там какие-то вспышки, я знаю, там с той стороны есть. Ну, ладно, там какой-то салют, то ли что там должно было бы всего. О, нет! Человек за окном приближается к дому. Все, кто не спрятался, он не виноват. Он приближается! Так, где он там? Так, где он? Нет, он уже подходит к лесу! Так, спокойствие! Так, ребят, мне нужно куда-то спрятаться. Так. Я могу забраться как-то на крышу? Так, а если вот здесь вот так вот я пройду, то нет, я не могу забраться на крышу. Вот, блин. Ладно, есть у меня одна тактика, называется просто бегай от врага и... Ой, вот внутри дома! Так, у меня есть цель, есть, так сказать, тактика. Называется просто бегай. И обычно она срабатывает, но бывает момент, когда она нифига не срабатывает, и все заканчивается очень плохо. Надеюсь, второй вариант не произойдет. Где он? Есть тактика, ребят, есть еще одна тактика, по которой я могу сейчас продействовать. Смотрите, я сейчас вот так вот зайду, и... О нет. Так, тактика, знаете, пофиг на эту тактику, галактику, сейчас что-нибудь... Подождите, а тут же остался чай? Да, и он достаточно горячий, на удивление. А что, если я его оболью чаем, это его как-то отвлечет? Он достаточно такой тепленький, горяченький даже. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Так, ладно. Ну, нафиг, я лучше у лестницы так стоять близко не буду. Так. Он там снизу ходит где-то. Так. Тихо. Так. Нужно наблюдать за... Ага, еще и... Ох, он, блин. Так. Нужно какой-то... Какой-то план. А какой? Так. Может, диван сюда затолкнуть? Нет, так. Блин, вот как жаль то, что я не смотрел один дома. Там бы какие-нибудь 100% я бы способы нашел. Но вот, блин, я его не смотрел. Недооценил фильм, блин. Так, и что делать? Так. Ладно, пофиг, короче, вроде бы его еще нету, и все хорошо. Так. А если он вот-вот уже заберется наверх, что мне делать? Просто, короче, беру, спрыгиваю и валю куда-то, и, ну, пока... Что? Так, а где он? А где человек за окном? Человек за окном! Ты что, псикался и меня испугался? Человек за окном. Ты где? Человек за окном. Ух, ребята. Давайте-ка спустимся и посмотрим, где же он. Так. Максимально аккуратно. Не спеши. Уйди. Так, хорошо. Я знаю, где находится человек за окном. И я обосрался. Отлично. Хотя нет, не очень отлично. Так, и что мне делать? Так, он подходит к... Уйди. Так, я опять обсикался, ребят. И, кажись, он бежит прямо за мной. Ужас. Так.
Давай, у меня есть чай, я сейчас тебя оболью. Не подходи, а то чаем оболью, он очень горячий. На тебе чаем, на! Так, и... Оп! Стоп, ребята, у меня появилась тактика. Сейчас я ее проверю, только нужно сперва подальше убежать от этого человека за окном. Хотя, не сколько даже убежать, а просто водить его пока что за собой надо. Тактику, ребята, я сейчас вам покажу. Она заключается в том, как хорошо плавает человек за окном. М? Блин, здесь бассейн не глубокий, нет, план тогда не сработает. Так, и что мне делать? Давай, ну что, прыгай в воду. Че, затрусил, да? Ну все, пошел отсюда человек за окном. Так, нет, ребята, какая-то у меня другая тактика появилась, я ее не планирую сделать, но она более-менее нормальная. Ой-ой-ой, он бежит прямо за мной, о нет. Так, быстренько поднимаемся наверх. Он идет прямо за мной, судя по его нику. И знаете, какой-то ник знакомый, вам не кажется? Опа-на, моя кружечка, и там еще есть чай. Вторая попытка, он горячий! Так, видимо, не очень сработал, ничего страшного. Так, что же мне делать? Так, какие еще есть варианты? Так, подожди, а что если... Опа, как тебе, Так, есть у меня одна тактика, и она очень опасная. Я не знаю, сколько я еще за серию скажу это слово, но, ребята, буби-ба-баба и бо-бо-би. Ну все, ребята. Нюхай попку, человек за окном, ты ко мне не пройдешь. Ближайший... Иди в попу. Ты что творишь? Обалдел, человек за окном, это-то... Так, ладно, ребята, сейчас я буду принимать крайние меры. Вы что думали, я беру дома просто, выбираю по роскошности? Нет, я их выбираю еще и по безопасности. Поэтому поднимаемся наверх. Делаем вот так, отвлекаем его. Не знаю, чем я его отвлек, но, короче, в чем моя тактика? Смотрите, я их сейчас максимально отвлекаю, а потом я достаю свое главное оружие. Это в этом доме. Да, ребята, вы что думали, этот дом просто такой пустой? Нет. Тут я подготовила кое-какое оружие, которое я использую против человека за окном. Ну что ж, так, быстренько сейчас убегаем. И где-то это оружие находилось. Где-то оно... Вот там, точняк. И, ага, отлично, я достал его. Меч богов. Ну что ж, осталось только найти этого человека за окном, и ему, ух, как не поздоровится. Так, давайте спустимся тупо вниз, вот так вот. Потом пробежим снова к подъему, так сказать. Ну, человек за окном, теперь ты меня будешь бояться, после того, как увидишь этот меч. Давай, что, выходи. Ух, тебе сейчас капец будет. Давай. Что, уже струсил, да? Уже не можешь... Даже меня толком, да, это все, как тебе, догнать, да, меня, даже заметить меня тупо не можешь, потому что испугался того, то, что я тебе говорю, да? Ну смотри, как только я тебя найду, тебе так не поздоровится. Ну привет! Ну что? Слушай, а чё ты... Стой, на секундочку, остановись. Стой, пожалуйста. Знаешь что, вот ты вот меня вот пугаешь, да, бегаешь за мной, да? Ну, кивни головой, если понимаешь, да? Человек за окном. Меч богов. Тот самый. А если вот так? Ай! Ты чё меня бьёшь? А, ну ты всё равно уже сейчас горишь, всё! О, нет. А у меча-то богов перезарядка достаточно долгая. Ой, прости, зря быканул, прости, бро. Так, ты это, давай, не меч. Не трогай меня, человек за окном. Так. Ну ладно, иди сюда. И на! Так-то тебе, человек за окном, будешь знать, как на меня нападать. А вы что думали, я так просто ему сдамся? А вот нифига, со мной... Так сказать, трудно иметь дело, когда это заходит, ну, имеется в виду, о моей безопасности, так сказать. Со мной хорошо иметь дело, когда там бизнес и дела, но плохо, когда вы хотите на меня напасть, там, копнуть, то все, потому что у меня есть не только меч богов,
Вот. И всем пакулики до сидулики. А я сейчас как наваля этому человеку за окном, если сейчас его найду. Так, подождите. Какие пакулики до сидулики? Я хочу сейчас его найти. Слышали, ребят? Он где-то там. Так, я его слышал у себя дома. Он, по-моему, тарелку разбил. Ну, сейчас я ему наваляю. Так, ну что, ну... Ага, вот что за звук тарелки тут был. Это ты, значит, да, разбил? Улыбается, но хочет на меня напасть. Человек за окном. Меч. А ну стой, сюда иди, на! На! На, блин, на! Оба, всё, сейчас квартиру разнесу, но тебя я должен сейчас кокнуть. А ну стой, на! Я! Ну стой, 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 чё, убегаешь, да? Да, убегаешь, я смотрю. И на тебе, человек за окном. Чё, убегаешь? Ну стой, стой, подожди секунду. Хочешь автограф? Я жандермайн популярный. Хотя нет, не популярный, но... А ну стой! На тебе, еще разок. Ну все, я тебя сейчас снова догоню, все. Иди сюда, прямо вот я тебя сейчас вот за все мои страдания как дам. Ух, сейчас тебе будет.